Здравствуйте. Сегодня вот 10 марта 2017 посадила рассаду и сделала себе тесто. Тесто я делаю побольше, полбутылки молока, чуть-чуть побольше. Так. Ну, сухие дрожжи я кладу, хотя что-то сказали, что они такие вредные, но пока не знаю. Сухие дрожжи две упаковочки, меда, потом что масло оливковое, никакое сливочное, ни маргарина не кладу, потому что у меня все изжога от них. Так что оливковое масло. Что еще у меня поехало? Так, два перепелиных яйца. Я тоже яйца такие не люблю от кур, потому что они жирные, и яйца жирные. Поэтому я люблю перепелочка. Перепелочка плохого кушать не будет. Потом, что я еще кладу? Это я все положила. Так, теперь я обязательно геркулеса добавляю немного. Потом... У меня это петрушки я туда насыпала, какао насыпала, меду, говорила или нет, меду положила. И теперь я туда тру две больших морковины, потом три картошины, два головки лука. Все это перемешиваю. И туда я начинаю потом уже месить муку. Вот такое вот я тесто, потому что одну муку я не люблю. Мне надо, чтобы я съела, и я была сытая. Вот так вот. Здесь вот мои растения любимые. Растут тут пальмочка у меня. Вот надо их немножечко тут у меня разделать, а тут вот тесно мои пальмочки. Ну вот. И вот такое вот сейчас чудо я буду печь. Потому что какую бы я столовую не сходила раньше, а сейчас еще хуже, то после этой столовой я возьму первое, второе, это салат, пирожное, лимонад, и все это мне не впрок. Потом я покупаю целый батон, съедаю, только тогда я сыта. Я вообще не могу этой пищей насытиться, вот только свою. Когда я сделаю, я съела парочку пирожков и до свидания. Запила их и все. Все очень замечательно и вкусно. И сытно. Вот так сейчас буду печь пирожки. Сейчас пирог с изюмом и с вареньем. И туда еще я кину вон рябину красноплодную, которую птички кушают сейчас. И вот такая у меня будет наверху начинка. Вот так вот. Всего хорошего. До свидания. Жду на моем канале. Пока-пока. All the best. Bye-bye.